С Днем Ангела, дорогие именинники! Я уверен, вам известно имя Мартин или Мартин, ну хотя бы из истории. Так звали родоначальника церковной реформации на Западе, Мартин Лютер. Точно так же, только с добавлением «кинг», «царь», звали известного в 60-х годах проповедника, борца за права чернокожего американского населения, Мартин Лютер Кинг. Это был протестантский пастор, жизнь которого оборвала пуля. Если вы любите сказки, то, наверное, помните известную сказку про мальчика Нильса и про любимого его гуся Мартина. Есть такое имя, оно на Западе очень сильно распространено, у нас меньше, а там, где оно есть, там оно произносится как Мартин. И вот сегодня, 25 октября, Святая Церковь совершает память святителя Мартина, епископа Турского. Сей блаженный муж называется Милостивым, Мартин Милостивый. Он был воином в армии Юлиана Отступника. Однажды, идя на битву с варварами, он увидал нищего и, не имея что ему дать, отправляясь в поход, а в поход не брали, вы знаете, ни денег, ни драгоценностей, безусловно, он снял себе плащ и обернул в него этого нищего. Затем ночью во сне он видел Христа, одетого именно в этот плащ, и понял, что милостыня, оказанная им бедному, была Богу угодна. Он был помилован Богом на войне, то есть его не брала ни пуля, ни нож, ни меч, ни приятеля. Чувствуя покров Божий над собой, Мартин пообещал, что будет со временем иноком. Когда война закончилась, ему предложили, как и всем остальным воинам, принести жертвы идольским богам, которые даровали победу войску. Однако он отказался, говоря, что мне помог победить мой Христос. Его не били, не казнили и не мучили, его отпустили, и Мартин стал подвижником, монахом. После 7 лет подвижнической монашеской жизни он стал епископом в городе Туре и стал известен как Мартин Турский Милостивый. Имя Милостивого церковь не дает направо и налево. Не так уж много людей известны под этим именем Святой Церкви. Ну, к примеру, святой патриарх Иоанн Милостивый. Этот человек считал погибшим каждый день, когда он не сделал никому ничего доброго. Или святой Филарет Милостивый, расточивший все свое имение, так что не было что и есть в семье. Однако Господь не посрамил его надежды и вернул ему все его богатство со временем через удачный брак его дочери. И вот сегодня еще один милостивый святой, святой Мартин Милостивый. Память об этих людях есть не что иное для нас с вами, как напоминание важнейшей евангельской заповеди, слов Христовых, а именно «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Мы желаем вам, дорогие братья и сестры, запасаться этим добрым качеством, миловать и любить всех, кого вы можете и в силах любить и миловать, для того, чтобы и самим оставаться любимыми Богом, и, безусловно, помилованными на страшном его и справедливом суде. Кроме носящих имя Мартин, мы сегодня с радостью поздравляем с Днем Ангела Прова, Тараха, Андроника и Кузьму, Косму, а по-нашему Кузьму. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.